Всем приветик! Это снова я. Очень рада вас всех видеть на своем канале. Спасибо, что вернулись. Спасибо, что подписались новые подписчики. Всем большое спасибо. На своем канале буду показывать и рассказывать свою жизнь. Канал, наверное, назову «Моя новая жизнь». Будет, наверное, так, скорее всего, называться мой канал. Ну, буду показывать типа дневника всю свою жизнь. Кому интересно, пожалуйста, оставайтесь, приглашайте друзей, ну, всех, кто меня знает, кто хочет меня смотреть. Живем мы сейчас в Пришахтинске, с родителями продали квартиры в Молодежном, купили дом в Пришахтинске. Ну, попозже во всех роликах буду показывать. Сейчас я вышла по делам, немножко покажу вам окраину Пришахтинска. Может быть, кто-то раньше здесь жил, может быть, кто-то и сейчас живет, просто посмотрит со стороны. Иду по окраине, поэтому что есть, то покажу вам, как иду. В общем, погода у нас сегодня неважная, смотрите, какая серость, моросит маленький дождик. Сегодня 19 мая, День пионерии. Я поздравляю всех, кто помнит этот замечательный праздник. Всех поздравляю. Помните, как раньше было круто? Мы жгли костры. Ну, большой, вернее, такой костер. Мазались зубной пастой. Было очень круто. Нынешнему поколению, конечно, этого не понять. Они никогда не испытают то чувство, которое было у нас. Хороший был праздник. Мы, главное, его ждали ведь все. Воровали зубную пасту, чтобы родители не увидели, что паста исчезает на глазах. Конечно, не лучшие виды я выбрала, чтобы вам показать, но это жизнь. Это я иду по самой крайней улице. Поэтому здесь виды такие. Ну, в принципе, как и везде, в любом городе, в любом населенном пункте есть свои плюсы и минусы. Хотя за эти годы Пришахтинск очень изменился. Вот даже меня не было 3 года, я приехала, и здесь очень много изменений. Везде стоят детские площадки, я вам покажу. Вообще цивилизация налаживается. Вот что-то погодка нас немножко подвела. В огородах уже все так хорошо взошло, и на сегодня передали в ночь -2. Не знаю, правда или, может быть, обойдет стороной. Это 23-й микрорайон. Я уже иду по 23-му. Ну, хочу просто вам показать Пришахтинск с другой стороны. Не с центра, а вот с окраины. Может, кто-то здесь раньше жил, узнает свои родные места. Правда, дождь капает. Видите, уже тропинка вся намочилась. Смотрите, во дворе стоит голубятня. Прикольно тогда. Жаль, что я не могу забраться туда повыше. Думаю, что нельзя. Но отсюда тоже можно рассмотреть. Вот это в 23-м микрорайоне, в коробке. Прикольненько, кто-то же
этим занимается, да? Тут вот закрыто. Как-то залезть туда никак нельзя. Вот такие детские площадки сейчас стоят в каждом дворе. Блин, дождь все сильнее и сильнее. Красота, правда же, смотрите. Дождь, а дети все равно гуляют. Такое футбольное поле для мальчишек. Вот такие всякие качельки, мочельки. Вот эта коробка, 36-й дом. Вот я вижу прямо. Вот там, наверное, 37-й. Вот я и пришла почти что. Через 15 минут сразу солнце. Сразу испарение от земли идет. Это Казахстан. Отгадайте, где же я была? Я была на татуаже бровей. Смотрите, я почти уже красотка. Только что вышла от мастера. Все горит, щипит. Но красота требует жертв. Хочу немножко вам показать нашу улицу. Я уже подхожу к дому. Знаете, мне эта улица напоминает детство. Как будто это Советский Союз. Как будто вот мы еще живем в Шадыртинском. Здесь все вот так почему-то мне напоминает, не знаю почему. Прям как будто я вернулась в детство. Соседи здесь все такие замечательные. Даже слов нету. Очень хорошие соседи. В последнее время с людьми, с хорошими людьми напряженка. Люди стали какие-то злые, агрессивные, завистливые. Каждый только по себе, о себе думает, по себе, в общем, старается держаться. А здесь какие-то другие люди. Может быть, потому что здесь в основном пожилые живут. Я не знаю, с чем это связано. Но здесь особенный мир какой-то такой. Ожидание по поводу мороза все-таки, наверное, сбудется. Прям так сильно похолодало. Смотрите, на винограде уже появились какие грозди или как назвать. Жалко будет, если все это померзнет. Красная смородина. Тоже, видите, вся в ягодах. Если все это померзнет, ой-ой-ой. Огурцы мы вот так накрыли. Все-таки боимся. Вот такие у меня брови получились. Такая я красавишна.
На сегодня, наверное, все. Буду с вами прощаться. Как всегда, с вас лайк, комментарии, подписки. Всего хорошего. Пока-пока.